Здравствуй. Здравствуй. Как тебя зовут? Меня зовут Андрей Перепелкин Алексеевич, я из 7-го отряда сибирята. Ясно. А какое у тебя настроение? Веселое. Что ты успел сделать за предыдущие дни в лагере? Я успел отжигать на дискотеке. Ясно. Какое мероприятие из проведенных здесь тебе понравилось больше всего? Визитки. Отрядные визитки. Ясно. Отрядные визитки. А чем ты планируешь заниматься в лагере на этом сезоне? Я планирую, дальше отжигать на дискотеке. Ясно. На какие ты кружки ходишь? Не на какие. Ясно. Понятно. Кому хочешь передать приветы? Маме, бабушке, дедушке. На меня. Маме, бабушке, дедушке, папе и все. Ясно. У меня к тебе такой вопрос. Ты поедешь на второй сезон? И к своему брату еще. У меня тебе такой еще вопрос от тебя. Ты поедешь на второй сезон? Нет. Ясно. Спасибо большое. Пока. Пока. Все. Привет. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Даша. Из какого ты отряда? Из 6-го. Какой раз ты в орбите? Я в орбите 4-й раз. Какое у тебя настроение? У меня хорошее. Почему? Потому что я ходила в костюмерную и первый раз там побывала. Что ты успела сделать за прошедшие дни? Я познакомиться с новыми ребятами, там, не знаю, помочь им чем-то. Какое мероприятие, которые прошли за эти дни, тебе понравилось больше всего? Отрядные визитки. Ясно. Не шуркай. Ладно, ладно, ладно. Отрядные визитки. Что ты планируешь делать до конца сезона? Я, блин. Скажи то, что собираюсь веселиться, отдыхать, да. Хорошо. Выступать на сцене, вот такие. Давай. Хорошо, я собираюсь там веселиться, отдыхать, на сцене выступать. Ясно. А на какие ты кружки ходишь? Или ходишь ты вообще на них? Я пока не хожу, но хочу на тестопластику и оригами. Ясно. Кому хочешь передать приветы? Я, маме хочу передать, сестре своей. Все. Спасибо за интервью. Пока. Давай. Привет. Привет. Как тебя зовут? Из какого ты отряда? Я из 6-го отряда. Меня зовут Вова. Какое у тебя настроение? Хорошее, потому что я в орбите. Стой. Какой ты раз в орбите? Первый. На меня. Какое мероприятие из прошедших... что ты успел сделать? Подружиться с друзьями. Какое мероприятие из прошедших тебе понравилось больше всего? Посвящение вожатым. Что ты планируешь делать на этой смене? Выступать на сценах. На какие ты ходишь кружки или ходишь ли ты вообще? Еще я не хожу, но собираюсь ходить на оригами. На кому хочешь передать приветы? Маме, папе и бабушке. Да, спасибо, пока. Привет. Привет. Как тебя зовут? Ксюша. Из какого ты отряда? Из 4-го. Какое у тебя настроение? Хорошее. Почему? Потому что я в своем любимом лагере. Какой раз ты в своем любимом лагере? В 6-м. В 6-й раз. Что ты успела сделать за предыдущие дни в лагере? Я успела сделать все. Порепетировать, познакомиться. В общем, все. Какое из предыдущих мероприятий тебе понравилось больше всего? Показ визитки. Что ты планируешь делать до конца смены? Участвовать во всей лагерной жизни. На какие ты кружки ходишь? Не на какие. А на какой хочешь пойти? На туризм, спортивный туризм. Кому хочешь передать привет? Своей любимой воспитательнице Марине Блинниковой. Спасибо, пока. Привет. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Юля Кваева, я из 4-го отряда. Какое у тебя настроение? Отличное, потому что я в самом крутом лагере орбита. А какой раз ты в самом крутом лагере орбита? 3-й раз. Понятно. А что успела сделать за предыдущие дни? Мы успели показать визитку и выиграть всех в пейнтбол. Какое из мероприятий тебе понравилось больше всего? Показ визитки. Что ты планируешь делать до конца смены? Веселиться. На какие ты кружки ходишь? Я не хожу на никакие кружки, но я планирую сходить на спортивный туризм. Кому ты хочешь передать привет? Всем своим родственникам. Спасибо. Пока. Пока.